Итак, мы производим сейчас правку шейных позвонков. Пусть все будет мягенько. Это все входит в общую программу. Ну, например, когда вы сделали массаж спины вместе с шеей, да, то есть массаж спины у нас делается от головы до ягодиц включительно, да. И такая общая правка, которая по факту занимает, ну, буквально 2, максимум 3 минуты. То есть она общая, да, без какого-то конкретного назначения. Значит, смотрите, нам нужно будет повернуть вот ось позвоночника, да, относительно оси позвоночника, голову примерно вот так вот, латероэкстензия получается, в сторону, чтобы у нее кончик носа оставался на оси, да, шея примерно по 45 градусов получилась, да, и нам важно, чтобы вот эта скулой, она лежала на столе, то есть вот такое качание было вот. То есть за макушку, за верхнюю, затылочную, ой, височную кость мы будем давить, да, чтобы было вот такое качание. Мы проверяем качание, вот есть, появилось, да. В противоположное плечо мы упираемся, можно упереться так, да, но я предлагаю все-таки захват сделать, чтобы ни в коем случае не соскользнуть во время приема, да. Эту руку накладываем на затылочную кость, теперь вот тут играют роль два пальца вот этих. А ладонь, ну, просто за череп поворачивает или толкает. Ну, соответственно, вот, смотрите, схему я заранее нарисовал. Шея 45 градусов в сторону, да. Будем толкать первый толчок в длину, то есть вытягиваем ее, да, это вот тракция и мобилизация получается шеи. Второй прием тут же сразу делается, опять же, за эту зону, это все за вот эту зону. Вот сюда второй прием, да, это получается скручивание, вот такое диагональное скручивание. И третий прием, чуть меняем руку вот на затылок, да, ладонь уже там лежит, просто мы чуть развернули ее. За череп поворачиваем, ротация относительно вот этой плоскости, где лежит, где соприкасается атлант с черепом, да, то есть относительно атланта мы поворачиваем череп. И таким образом ставим атлант на место. А давление все время в одну и ту же сторону, в акромиальный отросток противоположный. Значит, вот смотрите, демонстрирую. Ну, поворачиваем голову как? Аккуратно, естественно, не за горло хватаемся, да, там, не за лицо, не за ноздри. Бережем макияж, если есть у человека, да. За лобик, за затылок, вот легонечко взяли, подсказываем человеку, чтобы он не боялся, сам нам не помогал, не мешал. А то некоторые начинают поудобнее укладываться, там, знаете, у кого-то шея вообще гнется, аж на 90 градусов. Ничего не надо должен человек делать. Вы так прямо говорите, не помогай, не мешай, ничего не делай. За это предплечье вот упор, видите, если она легла слишком ровно, да, то мы за счет упора вот положили на скулу, вот, получилось вращение. Зацепились вот сюда, первый прием, соответственно, раз, второй скручивание, вот такое, и третий развернули за затылочную кость и вот атлант конкретно отправили. То есть прием похож, как помните, тройной удар Брюс Ли, когда первый удар, второй, третий, три в одном. Раз, два, три. Так и здесь. Пока человек не испугался, да, пока он не успел напрячься. Смотрите, я встаю в такую позу, вот, чтобы растянуть побольше, да. Вот, сразу. Раз, два, и восемь. Слышно было, да? И три. И вот атлант уже. Это я в ту сторону. Уже все. Все, все, это конкретно атлант был. Нет, последний. Ты, девочка, боялась. Видишь, все. То есть последний я даже пальцы специально приподнял, да, чтобы вот туда показать. Когда вы это поймете, вы поймете, что делать можно по-всякому. Хоть вот так руки поставили, да, хоть вот так вот вы встали относительно человека, да, хоть с той стороны вы встали, держите вот так вот его, да. Но это потом. Сейчас давайте такую основу научимся поворачивать и нормально все это вправлять быстро. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, что я хотел сказать? Ну, собственно, все. Это мы будем сейчас отрабатывать на практике, на живой натуре. И если вы не с нами, то зря вы не с нами. Мы вас ждем. Приходите сюда. Мы вас всему научим. С вами был Олег Алавгудын. Пока-пока.